Лос-Анджелес и три, день второй, полет отличный. Мы продолжаем вести видеодневник главного игрового события планеты. Сегодня для нас и тысяч других журналистов открылись двери конвеншн-центра. Расписание плотное, интервью, хендзоны, показы, но обо всем по порядку. Геворг Акопян и Ян Кузовлев за прошедшие сутки времени зря не теряли. Они попробовали на зуб все значимые релизы для консоли Xbox One, буквально стерли геймпады на шоу-кейсе от Microsoft и жаждут поделиться впечатлениями. Что ж, не будем их томить. Xbox Showcase – закрытый показ Microsoft, на котором побывали практически все лидеры компании. Там был Фил Спенсер, были его замы, был Кода Цунода, был даже Трой Бейкер, Дэн Харман, создатель сериала «Комьюнити». И, в общем, там было довольно много знаменитостей, они все пили и в спокойной обстановке обсуждали игры. Сами понимаете, игры главное, и, к счастью, Microsoft позволили поиграть практически во все эксклюзивы, ну, в том числе некоторые third-party игры. Итак, погнали! Halo 5. Нам давали поиграть в режиме Warzone, который представляет себе такую здоровую песочницу. Можно играть большим составом, 24 игрока, и доступна разная техника. Чтобы ее получить, нужно прокачаться, потом ты подходишь к некому такому аппарату, где можно менять оружие, например, купить себе меч крутой, да? В том числе можно взять баги и другую технику. Режим довольно классный, он массовый, ты чувствуешь масштаб, и в какой-то степени он наступает на пятки Halo Online, который делает нас в России. Интересно, драйвово, посмотрим, как будет в релизе, но пока что это, ну, практически эталонный мультиплеер Halo. Forza 6. Очередной выпуск знаменитого автосимулятора Microsoft, который стал еще круче. Предыдущая часть была уже красивой, там была сложная физика и очень много контента. В новой же части разработчики попытались сделать физику еще интереснее, добавить новых обстоятельств. Например, мне удалось поиграть на трех картах, одна из которых была очень-очень мокрой. Там были лужи, и если ты в них попадал на полной скорости, машину начинало адски водить, ты не мог никак поймать правильно руль, и это добавляет действительно классных ощущений. Машина скользит на воде и так далее. Был ретро-режим, где можно было покататься на старых машинах, очень классно разглядывать изнутри кабину и так далее. В целом, нельзя сказать, что новая Forza привносит какую-то революцию в серию, но при этом это практически эталонный автосимулятор, который стал еще чуточку лучше. Поэтому всем фанатам жанра нужно будет поиграть обязательно. Gigantic — это игра от студии Motyga, и это микс мобы и сетевого шутера. Ну, если вы представляете, это примерно что-то вроде Overwatch, только от третьего лица, с такой же мультяшной графикой. Играется интересно, там прикольная система прокачки, ты прям на ходу выбираешь какой-то скилл, быстренько что-то улучшаешь, бежишь дальше. Но, знаете, нельзя сказать, что это прям такая игра, которая к себе привлекает адское внимание. Да, клево, но просто небольшой бонус. И, наконец, переиздание Gears of War. Все красиво, работает в 1080p, гладенько, хороший FPS. Никаких революций, просто приятный бонус к тому, что скоро выйдут Gears 4, поэтому те люди, которые не играли в предыдущей части, смогут наверстать упущенное. Ждем. Всем привет! Я на шоу-кейсе посмотрел подборку инди-игр. Это первое, что привлекло мое внимание. Мне особенно понравились две штуки. Это, конечно же, Super Hot и Flame in the Flood. Flame in the Flood очень похожа на симулятор выживания в духе Don't Starve. То есть там девочка бегает, ищет себе ресурсы, пытается как-то выжить в совсем недружелюбном мире, отгоняет волков палкой. И если находит грязную воду, то заболевает дизентерией и постепенно погибает. А вообще там складывается такая ситуация. Ты, когда делаешь одну или две ошибки, то, скорее всего, тебе конец. И поэтому, когда я дальше общался с разработчиком, говорю ему, ну да, вот тут очень, конечно, беспощадная игра. Он говорит, ну да, вот ты в жизни тоже делаешь, если ошибку, то you're pretty fucked up. Еще одна игра, на которую очень стоит обратить внимание, это Super Hot. Это такой шутер-головоломка, в котором время движется только тогда, когда передвигается главный герой. Так-то оно очень-очень медленно тянется и почти ничего не происходит, но как только совершаете какое-то движение, то начинается экшен. А на этом завязан весь геймплей, то есть когда ты стреляешь или когда в тебя стреляют, то пули движутся очень медленно и ты можешь
в любой момент остановиться, подумать, посмотреть, как в тебя что-то летит. Все уровни, они напоминают больше головоломки. То есть тебе нужно вовремя стрелять, вовремя уворачиваться. Есть такие моменты, когда перед тобой уже расстрельная команда, которая в тебя начинает палить, и ты должен очень аккуратно уворачиваться от пуль, как в голливудском фильме. Почти как в «Матрице», наверное, да. For some, discovering the secrets of the world. Кроме того, я посмотрел еще Rise of the Tomb Raider и обнаружил для себя несколько интересных вещей. Вы наверняка могли посмотреть уже ролик на медиабрифинге Xbox. Там показывали совсем немного, но был такой достаточно запоминающийся момент, когда Лара взбирается по скале, и перед ней возникает огромная советская база. Так вот, по всей вот этой огромной базе можно перемещаться будет, можно выполнять какие-то сайд-квесты, искать секреты, и вот эти вот пространства большие, они намного просторнее, чем в первой части. То есть вот как раз на этом и будет акцент, будет несколько таких здоровых локаций. Плюс там еще как раз делается упор на крафтинг. И тебе придется искать разных редких животных, собирать какие-то древние артефакты и из этого делать дополнительные апгрейды для оружия, для экипировки. Словом, новый Tomb Raider, он кажется намного сложнее и чем-то даже выглядит в духе The Last of Us, в котором тоже огромное внимание на высокой сложности уделялось крафту. Только сама по себе система в Tomb Raider, она будет посложнее, там больше переменных, и поэтому играть в это будет очень здорово. Ну и плюс она неземной, конечно, красоты, потому что те виды, которые там открываются, это, ну, дорогого стоит. Главное впечатление моего дня – это, конечно же, новый Total War – Warhammer. Самая технологичная стратегическая серия наряжается в фэнтезийный костюм и выходит на новый для себя уровень эпичности. Мы посмотрели демо, и это, конечно, Warhammer. Идут по полю бронированные орки, шелестят по траве наездники на волках и на боевых пауках. Гиганты машут дубинами, а в это же самое время битву за воздух ведут грифоны. То есть у игры теперь как минимум два этажа. Серия буквально вздохнула свободно. Это тот случай, когда слова «фэнтези» и «фантазия» звучат синонимами. На месте фирменный ваховский садистский юморок. В какой-то момент камера фиксируется на субтильном орке, который радостно кряхтя напяливает крылья на руки, садится в катапульт и отправляется в короткий верещащий полет, который геймер может всячески корректировать. То есть появляются новые механики игры от первого лица. И вот только, казалось бы, битва входит в паритет, как появляется волшебник и мешает все карты. Он вызывает на поле боя какой-то метеорит или огромного пятиэтажного орка-духа, который буквально одним ударом пятки озим уничтожает целый отряд из 30 всадников. И эта ситуация, конечно, совершенно невозможна для исторических Total War'ов. Виден ли в этом пиршестве баланс? Пока что нет. Хочется ли играть в новый Total War, несмотря ни на что? Ответ, конечно, да. И для меня это теперь один из самых ожидаемых проектов. Nate, come on. Ну а на сладкое мы, подобно Sony, на ее презентации уготовили вам Uncharted 4. Георг Акопян сходил на весьма закрытую презентацию. Ему и слово. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся на E3. До встречи. Пока. На конференции Sony я заснул в самый ответственный момент, потому что настолько вымотался, и, к сожалению, я пропустил практически все, что касалось Uncharted. Поэтому я увидел какие-то кусочки, мне казалось, что, ну да, будет очередной, будет классно. И, знаете, я сильно ошибался. Я попал на закрытый показ, где показывали полное демо, продолжение, ну, примерно оно длиннее минут на 10. И, ребята, это что-то неописуемое. Никаких слов подобрать невозможно. Это что-то такое, что просто разом перебивает все твои ощущения от кино, от самого классного кино. Невероятная динамика, невероятное внимание к деталям. Например, когда ты на машине проезжаешь через белевые веревки, то они цепляются за кузов. Далее, если ты прячешься за, скажем, мешками с песком, то каждая пуля их пробивает, и они начинают уменьшаться. Высыпается песок, тебе приходится резко перебегать к другому укрытию.
И такие важные мелочи, они действительно меняют все ощущение от игры. Она такая живая, что тебе кажется, что ты можешь повлиять на каждый вообще уголочек этого мира. Ну и главное, что игра стала еще более кинематографичной. То есть в демо нам показывали момент, когда Джи переворачивается, и Нейтан Дрейк оказывается под ним, собственно, погребенным. Все загорается, он пытается выбраться, он хватается за руль, тот просто проворачивается, он опять ударяется, ему больно. Потихонечку он вылазит, открывает дверь, а там враги. Он хватает ствол, начинает отстреливаться. Потом тебя спасает брат, вы на мотоцикле едете, за вами сразу же погоня. Потом что-то взрывается. То есть игра тебе не дает ни секунды на передышку. И это здорово, и это то, что отличает Uncharted 4 от всех остальных игр. Пожалуй, среди сюжетных экшенов это, ну, пока что высшая точка. Никто круче не делал и в обозримом будущем явно не сделает. Очень ждем. Лучший эксклюзив Sony и потрясающе красивая игра. Oh, crap.